привязывать, то интересно. Выставлять, монтировать, удобство, комфорт создавать. Все. Не нужно ничего, там никаких коридоров дома. Единственное, да, надо будет поменять там, где необходимо, вот, рамы, которым уже по 40 лет почти. Менять везде, 40 лет рамы. Двери надо будет менять, полы надо будет менять. Потолки надо будет уже другие монтировать или там приводить в порядок те, которые есть. А потом уже мы с вами перейдем к внешней отделке.